полицией как оказались? Ну, задержали, совершил преступление. Какое, где, за что? Ну, на колхозной площади. Выпивали, но забрал телефон тайно. Сотрудниками полиции был составлен субъективный портрет злоумышленника. Вскоре в поле зрения полицейских попал мужчина, схожий по описанию с разыскиваемым. Данный гражданин был задержан. В его личных вещах полицейские обнаружили похищенный мобильный телефон. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции, где пояснил, что украденное планировал сбыть. В отношении подозреваемого отделом номер 2 Следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса кража. Максимальное наказание, предусмотренное данной частью статьи, до 5 лет лишения свободы.